Всем привет! Это проект «Другая кухня» и с вами я, Александр. Друзья, сегодня готовим салат «Гурман». Должно быть вкусно! А спонсор сегодняшнего нашего рецепта – компания «Дар Алтая» с известнейшей торговой маркой «Сибирский продукт». Компания работает с 2000 года, представляете? И производит натуральную и полезную продукцию из кедровых орешков. О-хо-хо! Ссылку оставлю внизу в описании, обязательно сходите. Там огромная, широкая линейка масел, вот настоящих, холодного отжима. Вы только представьте, облепиховая, кедровая, кунжутная, тыквенная, чего там только нет. И маленькие, и большие бутылки, что очень удобно и можно выбрать для себя и на пробу, и для постоянного использования. Там же есть и кедровые орешки, и тоже фасованные, и побольше, и поменьше, ну красота. Выбор огромный. И что очень важно, там можно заказать и бесплатный звонок консультанта. И если у вас есть вопросы по продукции и по новинкам, задавайте, и вам квалифицированно на все ответят, подскажут, расскажут. Тоже очень удобно. Укрепляйте свое здоровье, употребляйте здоровую и полезную пищу. И у нас сегодня именно такой рецепт. И для рецепта нам понадобится пару огурчиков, листья салата, все это я уже помыл, куриное филе, отварное, грудка, сок лимона, сахар и соль мы тоже будем использовать для соуса, горсть кедровых орешков, друзья, ух! И вот такое масло кедрового ореха, холодного отжима, между прочим, очень вкусное, пару ложек. А еще по секрету скажу, что компания «Дар Алтая» в ближайшее время на нашем канале будет проводить вот такой розыгрыш. И там вы сможете выиграть и кедровые орешки, и масло, и сами повторить этот рецепт. Берем чашку побольше и прям рвем туда листья салата. Не сильно мелко, ну и не крупно. Огурчик нарежем вот такой вот солонкой. Отлично. Отправляем к салату. Грудку тоже нарезаем соломкой. Добавляем сюда хорошую горсть орехов. Не знаю, как у вас, но у меня ассоциация с кедровыми орешками – это посылка от родных, где в детстве надо было каждую орешинку, каждое ядрышко доставать. А сейчас какая красота. Все, займемся соусом. Берем ложку кипяченой воды, чтобы лучше растворился сахар и соль. Так, возьму венчик. Добавляем сок половины лимона. Прям хорошо вот так отжимаем. Отлично. Ух. Пойдет. Еще раз перемешаем. И теперь пару ложек замечательного масла. Друзья, я попробовал в чистом виде, это нектар, реально, вот нежное, ну и на вкус, конечно же, кедровые орешки. Хорошо перемешаем, и, кстати, друзья, сразу же попробуйте на соль и сахар, вкус должен быть гармоничным, должен вам понравиться. Отлично, я добавил чуть-чуть сахара, и все сбалансировалось. Выливаем, перемешиваем. Аккуратно, не рассыпайте. Осталось только выложить и подавать к столу. Салат получился просто изумительный. Это что-то нереальное. Я думаю, это будет украшение стола. Ребят, ну то, что я в ближайшее время повторю этот салат и на празднике тоже буду его готовить. Ну он нереально вкусный. Это сочно, ярко, неповторимо. Шучу, конечно, повторимо. Поэтому, друзья, повторяйте на здоровье. Приятного вам аппетита. Рад был с вами приготовить. И сходите обязательно по ссылке в описании в интернет-магазин «Дар Алтая». Выберите себе бутылочку масла и наслаждайтесь. Все, до скорого. Пока.